Периодически посещать врача, когда ничего не беспокоит, это правильный выбор человека, который заботится о своем физическом состоянии. Очень важно выкроить время, чтобы узнать о своем здоровье как можно больше и выявить некоторые заболевания на ранней стадии. Это важно не только для взрослых, но и для детей. Особенно удобно, если это можно сделать одновременно. В городской детской больнице впервые прошла семейная диспансеризация. Все мы с вами знаем, что когда в семье рождается ребенок, его здоровью родители уделяют большое внимание. Но про свое здоровье могут иногда забыть и отложить поход к врачу на будущее время. Профилактика эффективна только тогда, когда она постоянная. Сегодня мы совместно с городской больницей номер 1 провели семейную диспансеризацию. Осмотрели более 25 детей и их родителей. Чем это хорошо и удобно? Родителю не нужно идти во взрослую больницу, чтобы пройти осмотр специалистов. Он может это сделать вместе со своим ребенком в нашей детской поликлинике. Дети проходят медицинское обследование, которое необходимо в их возрасте. Родители же начинают свою диспансеризацию с анкетирования и осмотра у терапевта. Также они могут провериться и у других специалистов. Родители могут сдать кровь, пройти ЭКГ и мамочки пройти акушерочку. Провериться у акушерки. А сколько по времени вообще проходит диспансеризация? В среднем это занимает минут 20, но самое главное здесь, чтобы кто-то сопровождал ребенка помимо мамы, да, если мама проходит диспансеризацию самостоятельно, чтобы было спокойнее и маме, и ребенку. Такой формат медицинского осмотра копейчанам оказался по душе. Например, семья Поповых отмечает, что это не только удобно, но и быстро. Мне позвонили из регистратуры детской поликлиники, пригласили пройти. И мы с двумя детьми пришли на прием для того, чтобы это сделать. Но всегда интересно узнать о своем здоровье, потому что время течет очень быстро, жизнь очень быстро, и иногда не находится времени для этого. Результаты диспансеризации родители получат лично, во взрослой больнице. При необходимости специалисты назначат дополнительный медицинский осмотр. Такие мероприятия планируют сделать на регулярной основе.